Здесь я пытаюсь наносить макияж, и потом говорю: шеф, все пропало, все пропало. Какой ужас, господи. И так вот дальше у меня потом будет микрофон. Какой ужас. Я здесь, конечно же, балуюсь с помадами и изобретаю новые цвета. Все пропало, все интересно, пропало. А вы так делаете? Расскажите, пожалуйста. Это ваша Silva Butterfly. Господи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет всем, с вами ваша Silva Butterfly, серебряная бабушка. Я скоро выхожу из дома и попользуюсь вот таким ароматом Давидов Cool Water. Чуть-чуть себя. Вот что значит классика 1996 года. Это аромат, который прошел столько лет и абсолютно не утратил своей актуальности. Быстренько расскажу про него и побегу, потому что мне срочно убегать из дома, а я как бы разрываюсь на части. Давидов. Аромат для женщин. Фруктовый, свежий, цветочный, акватический, сладкий, озоновый, белые цветы, цитрусовый, фужерный. Создал его Пьер Бурдон. Верхние ноты. Дыня, лотос, лимон, ананас, айва, колон, лилия и черная смородина. Средние ноты. Лотос, водяная лилия, ландыш, жасмин, мед. Мед. Вот кто мог подумать, что здесь будет мед. Вот, а здесь есть мед, боярышник и роза. И базовые ноты: мускус, ветивер, малина, ежевика, корень фиалки, персик и сандал и ваниль. Прелесть, да и только. Для меня лично этот аромат, как будто бы ты на пляже, и у тебя компания такая, и вы сидите на одеялке, там где-то лотос, и вы разрезали дыню и едите. И бриз морской ласкает уши. Как бы мне много хотелось вам сказать, но в данное время я нахожусь в такой ситуации, что не могу даже вам подольше рассказывать кое-что. Но я все равно хочу продолжать, потому что мне есть что сказать насчет парфюмерии. И вот такая дилемма. Короче говоря, сейчас я заканчиваю переговоры, может быть, еще немножко вернусь, но в другом клипе, а может быть, в этом. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела.